Все самое лучшее женщинам. Международный весенний праздник 8 марта совсем скоро отметит Беларусь. Особое внимание сегодня уделяют прекрасным дочкам, мамам и бабушкам, которым принято дарить цветы и комплименты. Отдельный презент и от погоды, которая сегодня по-настоящему весенняя. Что же касаемо Бобруйска, то наши мужчины уже начали поздравлять милых дам. Первооткрывателем, а по-другому и быть не могло, стал председатель горисполкома Александр Студнев. Дорогие наши любимые женщины, дорогие наши мамы, бабушки, прабабушки, хочу поздравить вас в этот весенний праздничный день с этим замечательным праздником. С днем 8 марта. Пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья, весеннего настроения, благосостояния вашим семьям, чтобы в ваших домах была только радость, счастье и веселье, чтобы радовали вас дети, чтобы радовали вас семьи, и чтобы всегда в ваших домах был уют и тепло. Цветы, подарки, портреты, сладости и песни. В этот день все для наших любимых женщин. Сегодня они забыли о всех своих делах и погрузились в мир настоящего торжества. А праздник им подарила сильная половина человечества. Вести мероприятие доверили известному земляку, телеведущему Евгению Булке. Дорогие женщины Бобруйска, я уверен, что вы – это самое уникальное создание в нашей стране, да и, собственно, в мире. Я уверен, что именно бобруйская женщина всегда права. И даже если вдруг она по какой-то причине не права, ну, в том смысле, что мужчина с ней по какой-то причине не соглашается, все получается таким образом, что она берет и делает. Вот все, за что вы беретесь, пусть приносит вам исключительно удовольствие. Атмосфера на приеме царила потрясающая. Шутки, живое общение и даже танцы. Но главные виновницы праздника остались под огромным впечатлением от такого внимания. Всем нам очень приятно, что нас на таком уровне организовали встречу и вот наградили, и цветы нам вручили. Мы очень рады. Спасибо городу Бобруйску. На самом деле, я думала, что это будет настолько официальный прием, да, и я так с работы очень серьезно готовилась. Думаю, настолько это не... Спасибо огромное за этот прием, потому что он настолько светлый, радостный. Как может не понравиться, когда тебя поздравляют, для тебя поют, цветы дарят, шампанским угощают. Все понравилось, это очень приятно. И надо почаще организовывать такие мероприятия, чтобы женщин вдохновлять, чтобы они мужчинам в ответ дарили свою любовь. В общем, прием удался, говорят все. Но самое главное, мужчины подарили бобруйским женщинам море улыбок и положительных эмоций. Ведь наши милые дамы – самое дорогое и бесценное чудо. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск 360.